Сейчас я для своих домочадцев сделаю быстрый рулет. Для этого мне понадобится одна банка сгущенного молока, один стакан муки, одно яйцо и пол чайной ложки соды. Все ингредиенты я поместила в миску. Сейчас миксером не на большой скорости я размешаю. Вот я размешала все. У меня получилось вот такое вот тесто. Я решила сделать рулет шоколадным, поэтому я добавлю 1 столовую ложку какао и хорошо опять размешаю. Вот и все тщательно размешала. Я предварительно подготовила противень, на него вы можете выложить либо перманентную бумагу. У меня есть вот такой вот коврик для выпекания. Очень удобно. С него будет мне потом заворачивать, и я его уложила на противень. Ну и, конечно же, заранее, чтобы прогреть духовку, я ее поставила на 180 градусов, чтобы уже потом противень поставить в горячую духовку. Вот я тесто выложила на противень. И для интересности вкуса своего рулета я сверху посыплю дробленым миндалем. Я добавила миндаля буквально 2 щепотки, но это грамм 50. Сейчас я этот противень поставлю в духовку. При температуре 180 градусов буду я выпекать 5-7 минут. Соответственно, я предварительно посмотрю, чтобы у меня приготовился рулет. Вот так вот хорошо поднялся корж, который я сделала для рулета. Сейчас я дам ему остыть. Вот я корж перевернула, дала ему остыть. И сейчас 30% сметаной я его обмажу. Так как он у меня сладкий, то я ничего больше не буду добавлять. Вы по желанию можете добавить любой крем, который вам нравится. Вот я корж намазала сметаной. И сейчас аккуратненько-аккуратненько буду его сворачивать. Вот я смотала наш корж, обмазала его сметаной. Конечно, он у меня ломался. Вот, и я его обтянула пищевой пленкой. Хорошо обтянула, придала форму. И сейчас поставлю его в холодильник на 3-4 часа. От себя хочу добавить, так как я делала такие рулеты уже не один раз, и вместо крема я смазывала сметаной, то сметана должна быть густая. 20% сметана, либо выше. Если сметана не такая густая, то она просто-напросто рассекется по коржу и впитается. Вот я отрезала края рулета, он выстоялся в холодильнике, пропитался. Сейчас я его распакую от пищевой пленки. И каждый, кто как желает, может украсить свой рулет сверху. Пробуйте, делайте. Приятного аппетита!